С 15 января по 4 февраля в городе Краснодаре и в зональном центре на базе филиала Кубанского государственного университета в Славянске на Кубани проходил региональный этап всероссийских предметных олимпиад школьников. Ученик 10 класса 25-й школы Роман Проскурин стал победителем сразу по 5 предметам. Подробности в репортаже Надежды Неткачевой и Георгия Калинина. Чтобы воды бурных рек повернули вспять, надо в наш научный век все на свете знать. Чтоб не лить напрасных слез и не ведать бед, надо на любой вопрос точно знать ответ. На персонажа из детского мультфильма «Знайку» очень похож герой нашего сюжета Роман Проскурин. Роман – один из лучших учеников 25-й школы станицы Анастасиевской. Усердие, стремление проявить себя во всех видах деятельности, интеллектуальные способности и желание их развивать, любознательность – эти качества позволяют ему добиваться самых высоких результатов. С самого начала, с самого детства меня очень интересовала наука. Я люблю учиться, и я считаю, что это... должно развиваться, дано каждому человеку, но каждый человек должен это развивать и иметь желание. Уже с начальных классов Рома активно участвует в школьных олимпиадах и конкурсах. В прошлом году был удостоен губернаторского гранта. В новом учебном году Рома добился больших успехов. Стал победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 5 предметам – физики, химии, биологии, астрономии, политехнической олимпиады. Благодаря упорному труду мальчик стал призером и на краевом этапе по тем же 5 предметам. Это было неожиданностью, конечно. Я не ожидал такого почета, не знаю, не привык, и поэтому неловко себя чувствовал даже. Пришел старание, упорное обучение, так сказать, через тернии к звездам. Сейчас главная цель Романа – закончить школу на отлично. И к этой цели он стремительно идет. Основной поддержкой и опорой мальчик считает своих учителей. Рома является, конечно же, эталоном для подражания наших учеников. Он пользуется авторитетом среди учащихся, к нему обращаются часто за помощью. Но я думаю, что вот этот опыт, который он получит в школе, те знания, которыми он вооружился, конечно же, ему помогут в дальнейшем. И мы очень желаем, чтобы у Ромы все его задумки обязательно сбылись. А задумки у Романа действительно большие. Он мечтает стать военным врачом. У него есть стремление помогать людям, ведь нет ничего ценнее человеческой жизни. Неважно, где родился человек, в большом городе или в маленькой станице. Главное, чтобы у него было желание приносить пользу людям и своему отечеству. Такое, как у Романа Проскурина. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа «События».